Всем привет, с вами я, Иван Зинкевич, и это новости Супротек. Я не займу вас много времени, не нравится — не слушайте, но самое интересное в конце. Итак, компания Супротек выпустила два новых продукта. Триботехническую смазку «Универсал М» и триботехнический концентрат. А теперь поподробнее. Шестеренки, трущиеся поверхности, все это надо смазывать, смазывать и еще раз смазывать, и не факт, что корм будет в коня. И вот, чтобы быть уверенным, что ваши трущиеся поверхности не сотрутся полностью, есть «Универсал М». Смазка от компании Супротек отличается от всех остальных тем, что умеет не только смазывать и защищать, но и восстанавливать уже изношенный узел. Если начал прощелкивать шрус или гуляет опорный подшипник, «Универсал М» способен их отремонтировать прямо во время езды. Это возможно благодаря активному минералу, входящему в состав смазки. Он создает условия для формирования металлического слоя особой структуры. Именно этот слой и восстанавливает поверхности трения. Дорожки обоймы и шарики или ролики подшипников. Принцип действия гениален и прост. Короче, «Универсал М» и защищает, и восстанавливает. А вот вторая новинка – это триботехнический концентрат. По сути, это тоже смазка, но с повышенным содержанием минерала. Концентрат можно добавлять прямо к вашей рабочей смазке. Не надо очищать узлы и забивать смазку заново, что существенно упрощает процесс. Стандартно концентрат используется в пропорции 1 к 10 по отношению к смазке. Однако, если узел слишком изношен, допустимо и 1 к 5. Это основные новости от Супротека, а теперь приятные плюшки от компании и меня лично. Вот эти коробочки я хочу подарить Имрану Курбанову за адекватные комментарии и Сергею Серу, чтобы они не поленились и протестировали этот продукт или на своем автомобиле, или в своем институте. Парни, пишите в личку, нюансы обсудим. А в следующем году я планирую устроить конкурс от Супротека, где призы будут посерьезнее. Ждите! А сейчас, парни, с наступающим Новым годом!